физкультура, физкультура, ура, ура, будь готов, когда станет час пить врагов. Бодрым шагом и с отличным настроением. 7-й городской фестиваль по скандинавской ходьбе «Будь здоров и стар и млад» начался с дружественного приветствия. На стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» собрались поклонники здорового образа жизни разных возрастов. Танцуем! Старшее поколение, пример подаем, пониже опускаемся, сгибаем ножки в коленях. Как Иван Васильевич командовал, танцуют все. Повеселее. Самому юному участнику фестиваля по скандинавской ходьбе «Будь здоров и стар и млад» 4 года, самому старшему – за 90. Их объединяет любовь к спорту и общее стремление к активному образу жизни. И не только это общение старшего поколения с младшими, но это еще передаем опыт. И опыт, и взгляды на жизнь, здоровый образ жизни, тем более вот с этим ковидом. Это не только заряд бодрости, здоровья, это еще наука. У нас уже, ну, взрослые понятно, а дети тоже уже 5-6 лет постигают на азы анатомии, физиологии, биомеханики. Как утверждают специалисты, тренировка скандинавов не требует серьезной физической подготовки. Она включает серию несложных упражнений, которые доступны и малышам, и пожилым людям. И как признаются спортсмены старшего поколения, совместные с детсадовцами занятия физической культурой дают им заряд бодрости и оптимизма. Мы, когда проводим с ребятами, это очень большое настроение. Мне лично нравится. Мы вместе занимаемся, как-то подготавливаем их, это, любим мы их, радуемся ими. Спорт – это здоровье, 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 еще раз здоровье. Я уже 8-й год, например, занимаюсь. Я с удовольствием. Если я пропускаю несколько дней, и кажется, мне что-то уже не хватает, какая-то тяжесть во мне. Прихожу сюда, делаем упражнения, все как-то восстанавливается, и мы снова прямо бодрые, хорошие. После разминки и дыхательных упражнений участники фестиваля по скандинавской ходьбе «Будь здоров и стар и млад» вместе преодолели дистанцию. Прошли 2 круга по стадиону физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной». И детсадовцы, и пожилые зареченцы получили массу положительных эмоций. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».